Полезный город. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Моя собеседница Ольга Шустова, начальник отдела маркетинга компании «Кировспецмонтаж». Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с жилым комплексом «Риверпарк». В предыдущих передачах поговорили в том числе об организации дворового пространства, о собственной газовой котельной, которая позволит существенно уменьшить платежи за отопление. Ну и настало время сосредоточиться на квартирах, которые будут предлагаться в «Риверпарке». Что они собой представляют, какая отделка, черновая, чистовая, какая концепция вообще реализовано? Начнем с того, что «Риверпарк» – совершенно новый проект «Кировспецмонтаж». Из-за того, что поменялась конфигурация самих панелей, удалось увеличить высоту потолков. Если в типовом панельном доме это 2,5 метра, то в «Риверпарке» уже потолки 2,60. То есть существенно больше пространства. Также окна стали больше. Это если типовое окно, то это 1,70 на 1,70. Это намного больше, чем в любом типовом доме. Кроме того, сейчас оконный блок начинается с высоты 60 сантиметров от пола. То есть это примерно уровень коленей. Что касается отделки, которую получит собственник. «Кировспецмонтаж» реализует квартиры и в черновой, и в чистовой отделке. В черновые квартиры делаются в улучшенном варианте. Сделана полностью вся электрика. Уже не просто выведен какой-то кабель, уже стоят выключатели, стоят розетки. Можно с комфортом приступать к ремонту. Планировка. Семья, переезжая в новую квартиру, желает реализовать свои мечты, например, о просторной детской или о просторной большой кухне. Есть такая возможность? В «Риверпарке»? В «Риверпарке» большой выбор планировок от студий до больших евро-четырехкомнатных квартир. Кроме того, есть возможность сделать теплую лоджию, где можно реализовать намного больше дизайнерских задумок, например, сделать учебное место. Что касается общедомового имущества, мест так называемых общего пользования, где можно оставить велосипед, детскую коляску, какой-то спортинвентарь, если вышли погулять на улицу и вернулись обратно. Когда вы заходите в подъезд, у вас нет ни ступеней, ни пандусов, потому что предусмотрен нулевой вход в подъезд. Это удобно как детям, как пожилым, всем-всем. По магнитному ключу открываете колясочную комнату, оставляете там все, что вам не нужно тащить в квартиру. А кроме того, в «Риверпарке» еще одна уникальная фишка проекта – это два больших лифта. Домофоны, система видеонаблюдения – все это будет в «Риверпарке»? В «Риверпарке», как и в других проектах КСМ, предусмотрено видеонаблюдение по периметру дворовой территории. И сейчас устанавливаются новые современные домофоны с видеонаблюдением, с доступом через мобильное приложение, то есть удобно, не нужно даже тянуть трубку в квартиру, что-то сверлить, что-то протягивать. У вас всегда есть доступ к входной двери, можете посмотреть, кто когда заходил, и отслеживать. Очень удобно. Ну и традиционно напомним, где более подробную информацию получить о жилом комплексе «Риверпарк». Будем рады видеть вас в наших офисах продаж. Главный офис Воровского, 161, телефон отдела продаж 511-111, и заходите на сайт ksm-kirov.ru. Полезный город. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте «Наш дом РФ», застройщик ООО «Кировспецмонтаж».